Какой кошмар. Меня слышно? Раз, два, три. Так, мой друг потерял. Так, я просматривал свое видео, что-то голос у меня слишком громкий. Чуть-чуть в сторону микрофон отведу. Так, вот Стив, мой друг, сказал, что после обновления он потерял свой стэш. Свой инвентарь, в общем. Все вещи, которые были у него, он потерял. 50 красных обоим потерял. В общем-то, много. Куча. Присоединяюсь. Ну и присоединиться. О, команда присоединиться. Присоединяюсь. Удобно через Steam присоединяться. Замечательная игра Factorio, версия 0.17.55. Нет, не установлена связь с сервером. Да что ты будешь делать? Что ты будешь? Как соединиться? Как соединиться-то? Как присоединиться? Что ты будешь делать? Что такое? Сейчас надолго зависло все. Factorio аккаунт, оказывается, возможно, он не присоединился. Очень странно. Ладно, жду от него сообщения. Посмотрим на картинку. Главную. Кто-нибудь знает порядок номеров на рулетке американской? Бывают разные рулетки с разным порядком номеров. Есть сектора на рулетке. Такая в казино рулетка. Войзен, Тиер, Арфа Лайнс, Зерошпиль. Барабан рулетки разделен на эти сектора. Ставки можно делать на сектора, на номер со сплитами, на дюжины, на колонки, на четные и нечетные, на большие числа, на малые числа, а также на красные и на черные. Еще можно поставить на зеро. О, сообщение. Mm-hmm.
Так, ну что? Ждем. А запись идет. Так, раньше я учил даже эти номера последовательности. 36 номеров плюс 0, 37 номеров. Если от первого, по часовой стрелке, от первого номера Вуазена будет 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25, 17, 34, 6, 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33, 1, 20, 14, 31, 9. Это все номера по кругу на рулетке. Это те... Та рулетка, которая была в московских казино. А я работал крупье. Когда в Москве работали казино. 3 года. В трудовой книжке так и записано, что крупье. Еще я работал охранником. В каких годах? Полтора года работал. Так. Так, ну, говорит, можно заходить. Оп. Посмотрим, как соединиться. Та же проблема. Сейчас я напишу. Да, проблемка. Конкретная проблема. Что ты будешь делать? Присоединиться к игре, еще раз нажимаю. Нет. Escape нажал, а теперь нажму присоединиться. Еще раз. Ну-ка. Чего пишет? IP-порт и имя пользователя уже.